Итак, друзья, у нас потеплело. Сегодня уже плюс 5 градусов. Снег начинает таять. Это Пуэрто-Вильямс, южные самые территории Чили, огненная земля. А у нас события. Нам пришли наконец-то новые паруса. Новый стакси Легена, заказанный 2,5 месяца назад в Гонконге. 2,5 месяца с момента оплаты до момента получения их здесь. И что примечательно, последний месяц эти паруса путешествовали где-то по Чили. И мы начинаем их распаковывать. Вот берем нож и делаем первый разрез. Раз, два, три. Так, надо, чтобы еще их как-то не поразрезать бы. И вот волнительный момент. Новый парус показался из мешка. Вакуумная упаковка. О, как интересно. Мешок, откуда откачали воздух и запаковали этот нужный паруса. Вот она, красивенькая, новенькая, беленькая Генуя. О нет, это очередной мешок, еще один. Ну ладно. Будем раскрывать его. Сюда. И, о чудо, наконец-то я вижу его, вот он. Вот она. Ну вот, площадка засыпана снегом. Парус слишком большой, чтобы вместиться даже в объектив. Но будем смотреть качество швов, изготовления и всех деталей. Но если сказать, что доволен новыми парусами, это вообще ничего не сказать. Восторг полнейший, это супер просто. Качество отличное. Вот сейчас попробуем его поднять, наш так. Посмотрим, как это выглядит. Но пока прям претензий ни единой нету к качеству изготовления. Супер. Ну вот, такая у нас теперь Генуя. Сейчас ее отнесу на лодку и вернусь, чтобы заниматься стакселем. Будем распаковывать вторую часть счастья, стаксель. Вот, увязал так парус, чтобы было удобнее нести его. И ничего лишнего в виде отдельных мешков не таскать. Вот. Все, готово к транспортировке. В общем, я пошел. Понес его домой. Парус идет домой. Так, ну что, вторая серия. Стаксель. Упаковка первичная поддалась ножику, рукам и заклинаниям. Вот так. Такой вот веселенький в цветочках стаксель у нас тоже. Упаковка, конечно, сделана вообще на отлично. Вот, открываем тем же путем. Здесь нас ждет опять уже
Вот такая белоснежная киса. Только поменьше размером. И в ней, я надеюсь, что нас ждет наш стаксель. Открываем. Открываем. О, чудо! Вот он! Также безупречно сшитые углы, швы прекрасного качества. В общем, очень доволен я. Посмотрим, как покажет себя на длительных переходах. Нам теперь ожидаются сложные переходы, поэтому стаксель маленький нам очень понадобится. Ну вот, маленький стаксель тоже готов. Осталось его поднять на мачте, закрепить. И мы готовы выходить в океан. Готовность 98%. К нам приехали новые паруса наконец-то. Мы их очень долго ждали. А сейчас будем снимать старые Гену и стаксель. Их на причале сложим, куда-нибудь запихнем поглубже в лодку, если влезет. И новые поставим. И будем радоваться тому, какие они прекрасные. Поставим стаксель и тут же его опустим на палубу. Это будет для него уже финальный аккорд. Он идет у нас в запас. И после этого будет у нас стоять новый стаксель и новая Генуя, как я надеюсь. Старенький боевой стаксель, вот этот угол у нас оторвался полностью при возвращении из Антарктиды. Я его сшил заново, собрал из кусков старых парусов, тут из чего было, из чего смог. Вот, он позволил нам пройти еще раз вокруг мыса Горн, и теперь мы его наконец отправляем на покой. Это будет у нас теперь запасной парус, который будет лежать где-то в парусной кладовой Леди Мэри. Ну вот, парус на пенсию. Теперь достаем из мешка новенький стаксель. Вот он. И будем ставить его на его рабочее место. Вот верхний угол фаловый, так называемый, вот крепим. Так, и так, где у меня самая основная часть? Изолента. К сожалению, голубая закончилась, но черная наша по прочности ей не уступает. Поэтому мы делаем вот так. Для надежности. И вот у нас такая конструкция. Это шкотовый узел стакселя. И вот его мы крепим. Тоже вот мычка здесь. И также закрепляем хомутиком. Вот таким образом, для надежности. Ножик.
аксель. Вроде как прочный, красивый и, надеюсь, что долговечный. Теперь нам идти через океаны с ним под сильный ветер, он у нас выживет. Да, доченька? Да. Трави, трави сильнее. Подтягивай. Со стакселем все в порядке. Подняли его, закрутили. Все супер. Вот, теперь та же участь ожидает Геную. Сейчас мы ее снимем и поставим вместо нее теперь уже новый парус. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.